Привет, ребятки! Вот положил некоторые элементы, возможно, в IDC, NASA для кого-то, всем известный Classic SD, наключник Victorinox, есть ножик, ножницы, пинцет, зубочистка и так далее. Рядышком новенький уже Skill Hunt, фонарик. И для сравнения 91-й Victorinox, моделька Explorer. То есть все мы стремимся в теме IDC какой-то автономности и гибкости. Да? Здесь еще карандашик, я намекнул на необходимость писать. Вот, друзья, этот маленький ножик, многопредметный, да, как-никак. Это наключник, имеет на борту ножнички замечательные, которые идеально режут. И эти ножницы для меня более удобные по работе с ногтями, чем крупнее уже на 91-х. Без проблем это все закрывается, открывается, приятно работать. Значит, еще раз покажу. Вот зацеп ногтевой, пружинка, обеспечивающая движение и возврат. Она стоит копейки, можно заменить, если сломалась. Это очень долговечный, рабочий, действительно эффективный инструмент, ножницы. И, друзья, пока не буду вот сюда вот обращать ваше внимание, а сохраню интригу, покажу клинок. Да, он небольшой, но, как ни странно, он всегда со мной, вот в этом исполнении Classic SD, это мой рабочий, на ключах. И когда основного ножа моего одноклинкового нет с собой, и в машине я ковырял им, и отверткой тоже ковырялся вот этой. То есть очень полезный, он мелкий, поэтому не требует каких-то размышлений, брать с собой, не брать. Он всегда с тобой, но как-никак здесь металлические элементы, которые все-таки могут и нагрузку дать, и куда-то внедриться, что-то нажать, отковырнуть, порезать. Тоже ножницы очень кстати бывает. Приперся куда-то, а ногти как у какого-то демона. Вот, приходится пользоваться, да, и очень это легко и приятно иметь на борту такого маленького, компактного, но очень эффективного и способного помощника. Итак, дальше. Ну, эта штуковина, если у вас встреча очень высокого уровня, такая уже романтическая, можно подпилять и сделать идеальный маникюр. Дальше. Ну, я этой хренью никогда не пользовался, жизнь у меня проще намного. Так. И вот эта вот изюминка этого ножа, значит, вот так мы нажимаем, и выдвигается, друзья, вот такая вот штуковина. Многим, наверное, знакомая по своей физиологии. Ну, пишет, друзья, она хорошо. Вот, пишет, мы видим. Писанина есть. То есть вот карандаш, это, конечно, хорошо, но он может обломаться и все-таки... таскать с собой ручку, карандаш, это фиговая идея постоянно. В любом случае просрешь где-то ее, а это все вместе у тебя в одном комплекте, в одном инструменте. Очень, друзья, советую. Классная вещь. Естественно, дополнительные, значит, элементы, пинцет, зубочистка. А, зубочистки здесь, друзья, нет. Важное замечание, на выбор. В комплекте дается и зубочистка, и пинцет. На выбор, я думаю, пинцет более востребованная, более рабочая и способная функция вытащить нибудь занозу. И вот, друзья, честно говоря, писать можем, резать можем, стричь ногти можем, пинцет достать что-то можем, колечко, все есть. Еще и вот зажигалочку. Взял с собой любую и погнал. Ну, зажигалку сюда внедрить уже совсем это жирно было бы. Хотя, кстати, есть зажигалки. Я как-то посмотрел цену, там $100 зажигалка. Венгер. Напишите в комментариях, кто владел такой штуковиной. Ну, это, конечно, круто. Вот, еще раз говорю, хороший очень наключник. Дальше о нем поговорим. Один режим, друзья, всего лишь здесь. Никеля металлогидридный стоит, источник питания. На зиму, друзья, это очень важно, потому что литий очень сильно подводит иногда. Все. Желаю вам хороших праздников, весенних, я имею в виду, здоровья, радости, побольше полезных, надежных вещей, дальновидности вам, расчетливости и добра. Все. Всем удачи, пока. Опа.